С Днем Ангела, дорогие именинники! От фараонова гнева мама спасала Моисея в корзинке, осмоливший ее и пустивший своего новорожденного сына по водам Нила. В корзине спасли апостола Павла, которого в Дамаске искали убить, и посадившего в большую корзину свешивали его христиане по стене города так, чтобы он смог бежать. Но не только этими фактами корзина вошла в историю христианской церкви. Дело в том, что корзина по-гречески звучит как «спиридон». И сегодня мы празднуем память любимейшего святого православного, носившего это имя. Звали его Спиридон Тримифунтский. Тримифунт – это город на Кипре, епископскую кафедру которого занимал сей святой муж. Он был женат, имел детей, и ремеслом его было пастушество. У него было стадо коз, он пас их и овец. Этим питался и вел жизнь простую, незлобивую и полную добрых дел. Когда его сделали епископом, он не поменял своего образа жизни. Он овдовел к тому времени, однако продолжал пасти своих овечек и коз и питаться той пищей, которую они ему приносили. На иконах он изображается в шерстяной пастушеской шапочке. Святой Спиридон был участником Первого Вселенского собора, на котором осуждалась ересь Ария. Его не пускали в прения, не давали ему говорить, потому что Спиридон был не книжный человек, и красиво изъясняться он не умел. Однако он выпросил себе слово, и вместо того, чтобы говорить, взял кирпич. Помолился, сжал его в руках, и в его руках кирпич превратился в три составные элемента. В мокрую глину потекла вода и вспыхнул огонь. «Смотрите, философы, — сказал Спиридон, — вот три – огонь, вода и глина, однако кирпич один». Так и в Боге нашем, естество одно, но три лица – Отец, Сын и Святой Дух. Чудесами, а не словами, он доказывал веру святых отцов и свою собственную веру. При этом стихии слушались Спиридона. Однажды он шел в город, чтобы защитить оклеветанного своего друга, и разлившийся поток преградил ему дорогу. Спиридон ударил жезлом возле берега этого потока, сказав: «Владыка неба и земли запрещает тебе разливаться и запрещает мне идти, ибо я иду спасти друга от гибели». И поток высох, пропустив старца туда, где его ждали на суд. Таких чудес в его жизни было множество. Однажды он вошел в пустую церковь и стал служить вечерню, и ангелы стали сослужить ему. Когда Спиридон говорил «мир всем», ангелы сладким глазом отвечали ему «и духове твоему». Когда он возглашал «иктении», ангелы отвечали ему молитвы «Господи, помилуй». Люди сбежались в церковь, думая, что там какой-то хор приехал, красивый и сладкогласный, однако увидели всего лишь одного старца, стоящего в алтаре, возглашающего службу, и ангелов, незримо сослужащих ему. В жизни Спиридона было так много чудес, что его уподобляли одновременно и пророку Илии, и праведному Аврааму, который был милостив и щедр душою. Однажды в Великий пост к Спиридону пришел путник. Кормить его было нечем, поскольку в Великий пост Спиридон почти ничего не ел. Он сказал дочери: «Приготовь то, что есть», а было всего лишь соленая свинина. Дочь нарезала мясо и поставила на стол. Гость сказал, что «я христианин, и мясо в пост есть не буду». Спиридон же стал кушать и сказал: «Если ты христианин, то ешь не боясь, потому что Писание говорит, что чистым все чисто». Проживший долгую жизнь, святой Спиридон удивлял всех чудесами и утешал милостями. Он наказывал богачей, не в меру жадных, призывал к смирению клириков и вообще был солнцем для своей страны, для своего Тримифунта, для Киркирской области острова Кипр, где его любили как свою душу все христиане. Следует знать, что святой Спиридон, будучи помощником для всех тех, кто просит у него помощи, помогает очень сильно и очень могущественно помогает в решении житейских проблем, в решении квартирных вопросов, все, что связано с обменом, покупкой жилья и так далее. Знайте это имя и в случае нужды притекайте к нему с молитвой. А сегодня, кроме Спиридона, мы поздравляем с Днем Ангела Александра и очень интересного именинника, носящих тех, кто носит имя Синезий, что значит в переводе «разумник». С Днем Ангела, дорогие именинники! Конечно, радуйтесь, поскольку имена ваши написаны на небесах.